Вот неплохой вроде бы подлещик. Но здесь 30 сантиметров нет. Нету здесь 30 сантиметров. Поэтому мы этого друга будем сейчас подпускать. Доброе утро, дорогие друзья. Мы на речке. Ну, приехали где-то часа на 3, может быть, 4. Вон, с Юрчиком. Ветер довольно-таки сильный, северный. Воду сильно выгнало. Вон, видите, где вода? Воды совсем нет. Я говорю, как здесь буду рыбу вываживать? Ну, одному Богу известно. Ну, ладно. Посмотрим, была бы рыба. А как вываживать, уже найдем способ. Начнем с монтажа. Ну что, монтаж буду делать такой, как в прошлой рыбалке. Сначала бусинка с фидергамом. Затем вертлюжок с карабином. Сантиметров, наверное, 10. Сделаю двойной узел. Ну все, сейчас промаркируюсь и будем начинать ловить. Так, что сегодня по прикормке? Черная плотва. Добавил опять же короб криль. И буду добавлять телес, холодная вода, мотель. Прикормку замешал дома, поэтому пустые пачки. Добавил туда прикормочного мотыля. И все, по прикормке вам рассказал. Ловить будем на опарыш, на червяк. Посмотрим, что сработает. Начну с 80-й кормушки. Ну и, наверное, с опарыша. Сейчас посмотрю, как опарыш отзовется, а потом уже можно и мотыля будет ставить. Ну что, начну с трех опарышей. Смотрю, что сработало на прошлой рыбалке. Ну а дальше будет видно. Ну вот, как вы видите, берег вообще свободный. Что здесь, что на том берегу, рыбаков вообще нет. Да, видно, непогода все-таки играет свою роль. Ну что, первая поклевка, он идет. Ветер, конечно, ужасный. К тому же северный, холодно. Не знаю, сколько мы сегодня выдержим на таком ветру. И квертип сильно гоняет. Сейчас будет на раздувать все к чертовой матери. Да, сейчас посмотрим, что там за рыбка сидит. Ну что, вот и первая рыбка. Юрка кричит с почином. Да, почин сильный. 133-я у меня леска. И вот такой вот крючок Хаябуса, 11 номер. Мелкий, с длинным цевьем. Мне удобнее с длинным цевьем насаживать мотыля. Там хоть есть за что держать. Ну вот, это уже тарань мерная. Это уже зачетная таранька. Мотыль и опарыш. Ну, клюет заклипсованной точки моментально, но протокольная вот такая вот. Ну что, подлещичек влетел. А то же самое. Мотыль и опарыш. Ну, я бы его в конце рыбалки выпустил, но так как даже садок не выбрасывал, поэтому отпускаю его буду сразу. Ой, плыви. Мотыль подуставший, и все-таки его тяжело насаживать. Попробую-ка я поставить вымя. Вот, порезал его. Поставлю вымя. И одного опарыша. Ну что, чисто на вымя. Клюет мелочь. Буду укрупнять насадку. Ну что, на червя тоже он мелочь. Но червяка буду ставить. Охота карася половить. Что-то мне на самой таранке вроде бы и не надо. Ну что, а это червяк. Нацелился на карася.
Хотел сам червяком приманить карася, а пришла такая вот неплохая таранька. Вот как я насаживаю червяка. Обрезаю его. Вот так вот кусочками получается на весь крючок. Крючок такой с длинноватеньким цевьем. Ну, получается то, что надо. Оно еще видно отдает аромат в воде червяка резаного. Вот и подошла такая таранька славная. Хорошие крючки, зацепистые, но надо периодически менять. Вот поменял крючок, и она сама садится. Хотя она такая мне не нужна. Ну что, клюет мгновенно, только бросил, сразу клюет. И на червяк, и на опарыш, и на вымя. Клюет все, но мелкое. Клюет прямо в лед. Вот само только бросил, сразу начинает клевать. Такое впечатление, что там ее стоит стена целая, этой тарани. И вот эта мелочь, она не дает подойти, видно, крупной. Я уже специально в сторону даже бросал. Ну, в сторону бросаешь, вроде бы немножко крупнее тарань. В принципе, это и интересно, не скучно. Ну что, будем заканчивать, мы скоро уже рыбалку. Мелочь замучила и на червяк клюет. На червяк хотелось поймать карася, но карась не ловится. Зато вот такая вот мелочевка клюет постоянно. Ну, мы и договаривались, что мы ненадолго, часа на 3, наверное, так что будем скоро собираться. Вот неплохой вроде бы подлещик, но здесь 30 сантиметров нет. Нету здесь 30 сантиметров, поэтому мы этого друга будем сейчас отпускать. Давай, дружище. Ну что, будем заканчивать рыбалку. Ну, где-то часа 3, наверное, прорыбачили. В принципе, рыбалка удалась. Но очень холодно, конечно. Холодно было. Ветер вот там, да, северный, холодный, сильный. Где-то метров, наверное, 8 в секунду. И не совсем комфортно, конечно, сидеть на этой рыбалке. Рыба клюет. Клюет очень много мелочи. Очень много. Если так вот саму всю мелочь, которая клевала, снимать, это, наверное, получился бы фильм часа на 2. Было пару подлещиков, отпустил, потому что я даже садок не опускал, потому что здесь опускать его тяжело. Воды практически у меня нет, смотрите, возле мостика. Несколько тараник, конечно, красивых было. Хотел поймать карася, но карась не подошел. Клев был, самоклевало очень много мелкой тарани. Ну, как вам сказать, это не совсем то, что хотелось бы. Хотелось бы, конечно, вот такой вот тарани, штук 10-15. Ну, мерной тарани штук 10, наверное, взял. Подлещиков отпустил. Так что все нормально, все хорошо. Значит, сама работал и червяк, и опарыш, и мотыль, и вымя работала. Так что работало, в принципе, сама все. Но мелочь, конечно, замучилась. Я перешел чисто на червяк. Хотел на червяке оторваться по карасю. Но карася так и не дождался. Так, все, друзья, будьте здоровы. И касание чешуи. До скорой встречи. Вот такой вот вид. Куртка одна, куртка вторая. Капюшон сверху. Ну, чтобы не замерзнуть. Все. Пока-пока. А людей так никого и не было. Погода испугала от наших рыбаков. Все, друзья, не болейте. До скорой встречи. Пока-пока.